BMW F800 GS, 2008 год, в желтом цвете, защита рук, задний багажничек под кофр, площадка, резина, 16 год, такая, есть трещинки, передний тормозной диск, выработка небольшая есть, где-то процентов 5-10. Пылинки целые, вилка сухая. Вот есть, да, небольшие трещинки. Цвет нештатная пружина, скорее всего, просто. Задняя резина также подношена. Тоже 16 года. Задний тормозной диск. Выработка процентов 15. Два ключа. Пробег 41. Половиной. Подогрев ручек, USB-шка, платные дороги.